Всем привет, ребята! Мы на канале Коллекционер 4.0, и я не снимал где-то 4 дня назад или 3 дня назад, потому что я учился в школе. И сейчас мы будем выкладывать новое видео про игру электрички. Мы будем играть в свободную игру. Не помните, меня тут обманули, поэтому там долго ехать. Вау, что это за поезд? Что? Мы можем разблокировать, давайте меню. Интересно, это тоже Вэл? Ребят, не забудьте на меня подписаться и поставить лайк, и мы уже играем в электричке. Когда у нас будет на этом видео 20 лайков, я буду вам показывать рисунки, как я сделаю. Рисунки про поезда на электричке. А у кого-то есть марки для скетчинга? Так, ребят, мы начинаем. Вау, это ВЛ-10! Это комикс-то. Класс. Эх, золотые годы, вернитесь, пожалуйста. Ой, вот этот нужен, да? Вот что за год. Я толкнула электричку, она теперь сама едет. Тихо, куда едешь? Все? Пассажирская. Вот, я вместе стою. Вот это да. Я чуть не вырезался, вот это да. Так, подожди. Вот так вот, чуть-чуть вот так вот. А теперь будет хорошо. Видно. Почему? Почему все состояние не так резко останавливается? Потому что они немного... Потому что их сделали немного постарее. Я думаю. Раньше были тормоза не рычагами, а тормоза были вот такими влево и вправо. СССР, да? Такие были. Ну все, сейчас будем управлять этим поездом. Да. Что-то мы уже так как-то разогнались. Может, стоило выбить, чтобы никого не вылезаться. Едем. Еще едем. Это самый красивый вид поезда. Надеюсь, этот поезд еще будет подходить на этом канале. Ну что меня так пугает? А куда мы едем? Это просто гулять. Блин, я тихо не люблю. Ребята, знаете что? У меня хорошая новость. Я выстрелил. Я просто чихну постоянно, слышу, что может быть. Ладно. Все было посадить, что не собрать. Вот как выглядит, я пошла там такой.
Нифига себе, что он так много? Станция, станция, стоящая, 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 стоящая. Так, станция. Нифига, сколько пустых много. Золотой кот, извинитесь, пожалуйста. Скажите да. Так, открываем двери. Так. Итак, ребят, мы пока у нас будет запись постановлена, мы будем сюда пускать. Итак, ребят, мы продолжаем ехать, потому что уже поезд стоит и ждет нас. Я надеюсь, он не просто вот так я не подпущу. Так. Ну все, остановимся на станции. Как хочешь. Я же поеду. Грузовые поезда не резко раньше останавливались в СССР, а пассажирские резко. Верно? Потому что, вот, не резко останавливается, а мы пока едем. Потому что поезд сломался, поэтому мы не будем сами водить. Эх, я не хочу списывать поезд. Очень хочу. Очень хочу. Классно. Так. Это мы так уже будем вести. Я тоже желтым поезд вижу. Это тоже станция была. А там же люди там уже устали сидеть. О, станция. Давай останавливайся. Так. Если мы что сделаем, если мы отстрелим вагоны. Так. Да, конечно, мы просто так сделаем. Я просто подумала, что это не так. Да. Ну что, закрывайте дверь. Так, ладно, ребят, я это могу. Мы можем пассажиров привезти на любую службу, на которую они захотят. Нет. Итак, ребят. Что-то у меня что-то так и газ не лагает. Что они такие лагают? Спасибо тебе, блин. А то бы я еще и вгазился в этот тупик. Так. Я прошу по всей станции. Так, ребят, чтобы станция не здесь. Да.
солнце. Едем. Мне с ним показалось, почему у меня такая скульптура. О-о-о, куда? Я еду сначала. Так. Ну, конечно, вот так. Вот можно сделать, как мы вот так делаем. Итак, ребят, мы через неделю будут каникулы, верно, да? Да, верно. И я поеду в Москву на этих каникулах на поезде. Я поеду на плацкаре, потому что купе самое дорогое. Ну, я буду вам снимать этот тапок калининградский. Так, станция, ребят. Кто хотел бы родиться в СССР? Почему прикольный енот перестал снимать видео? Может, у него тоже учеба? Надеюсь, он сегодня снимет какое-то видео. Да, мама уже посмотрела билеты, мы поедем на поезд на Москву. Так, может, это так долго снимать, как мы заказали видео. Видео. Красный поезд СССР приехал. Да, я до СССР стою как на поезда. Советский поезд. Вот, едем. Через одну остановку, через одну станцию точно будет конечная. Потому что у нас лагает игра. А я не знаю, что она будет лагать. Я сегодня не хотел. Это дизель, на котором ехал папа. Я его сегодня нарисую. Видите, куда пошел на обгон? Потому что это красная поезд СССР, если кто-то не знал. Как понесло. Что я натворил? Итак, ребят, короче, мы неправильно по дороге поехали. На сегодня это с вами все. И всем пока-пока. Не забудьте на меня подписаться. И вы должны мне поставить 20 лайков, чтобы подписывать ссылки. И всем пока-пока. Не буду вас отчитывать, что вы там делаете.